Нет, но то, что происходит сейчас на Украине в отношении русской культуры, это настолько безобразно, что у меня просто нету слов. Зеленский – это марионетка, так сказать, вообще. Ну, просто хотя бы, так сказать, во имя того, чтобы они выглядели более-менее прилично. Все-таки, ну, одерните, господа, так сказать, западники, и скажите, ну, так не поступают. Когда Гитлер безобразно напал, так сказать, вообще на Россию и все, ну, в голову не пришло запретить музыку Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна или Шиллера, Гёте.